Четверо курсантов Владимирского юридического института встретились с президентом России Владимиром Путиным. Торжественный прием в честь выпускников 40 военных образовательных организаций состоялся 28 июня в Большом Кремлевском дворце столицы. Сначала мы зашли в стены Московского Кремля, прогулялись по территории, сфотографировались. Мне кажется, мало кто знает, что за той красной стеной находится такая большая территория. Вот. Далее нас провели в залы Московского Кремля. А наша делегация находилась в Георгиевском зале. Вот. Как нам сказали, что это самый почетный зал, и поэтому для нас это вдвойне наивысшая честь там побывать. Анастасия окончила учебу с золотой медалью. Неудивительно, что девушка оказалась в составе делегации Владимирского юридического института в Кремле. Также на встрече с президентом побывали еще одна круглая отличница Елена Кондрашова и юноши Алексей Ерин и Роман Зюзин. Они окончили учебу с красными дипломами. Но не только благодаря учебным достижениям ребята были делегированы в Москву. На протяжении 5 лет они участвовали в активной жизни вуза. Я состоял в кружке в научном, а также мы состояли в хореографическом коллективе «Новый стиль», благодаря которому мы выезжали в другие города, выступали в городе Владимир. В 2017 году из Владимирского юридического института выпустились 204 курсанта. 34 из них получили красные дипломы, еще у четверых золотые медали. Проблем с трудоустройством у них нет. Ребята, побывавшие на встрече с президентом, будут работать в Москве, Нижнем Новгороде, Костроме и Иванове. Максим Палагин, Виталий Сергеев, «Губерния 33».